С вновь избранным главой Твери Алексеем Огоньковым губернатор Игорь Руденя встретился буквально через несколько часов после того, как этот пост Огоньков занял решением городских депутатов. Глава региона поздравил Огонькова и отметил, что необходимо оптимизировать систему управления городом, повысить ее эффективность. В числе приоритетных задач – качественное содержание дорожной сети, стабильное тепло-, электро- и водоснабжение горожан. Мы уже с вами совместно начали реализацию нескольких проектов, которые являются достаточно знаковыми проектами. Это проект подготовки к модернизации транспортно-пересадочного узла на железнодорожном вокзале города Твери. Это ремонт автомобильных дорог. Это наш совместный план по развитию проекта «Тверь-Сити» и «Тверь-Экспо». Еще одну встречу руководитель области провел с новым главой Осташковского городского округа Алексеем Титовым. Губернатор выразил уверенность в том, что опыт работы в должностях главы Селижаровского района и первого заместителя председателя правительства Тверской области позволит новому руководителю обеспечить позитивные перемены в жизни муниципалитета. Вам надо войти в план ремонта дорог. На следующий год и период сформируйте список. Второе – это модернизация системы ЖКХ. Как мы с вами говорим, это котельные, трассы, газификация. Это водоснабжение, то, что надо посмотреть, что мы там можем сделать. И это проект по сохранению и очистке русла реки Волги. Никита Васильев, Твериград ТВ.